Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 80. Нам нужно с вами выяснить, на сколько частей делят плоскость две пересекающиеся прямые. Ну и для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте эти две пересекающиеся прямые с вами изобразим. Вот такие вот пересекающиеся прямые у меня получились, и из получившегося рисунка сразу видно, что эти прямые делят плоскость на 4 части. Вот первая часть, вторая, третья, а здесь четвертая часть. То есть ответом на поставленный вопрос будет на 4 части. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.